Привет, друзья, подписчики и зрители канала. Меня зовут Висконти. Сегодня у нас 20 декабря 2016 года, и Scrap Mechanic у нас обновился до новой версии под номером 0.2.0, что должно привнести в игру новый движок, больше оптимизации и несколько новых предметов, какие сейчас мы с вами посмотрим. Давайте загрузим версию, специально сделанную для этой серии. Что ж, ребята, мы сейчас находимся у стенда, специально построенного для обзора версии 0.2.0. И давайте смотрим, что же здесь добавилось и что же изменилось. Вы сразу же видите, большое колесо у нас стало вот таким вот сейчас. Давайте смотрим, вот так вот оно выглядит. Изменились текстуры камня, бетона, металла, дерева. Изменилась текстура, вернее, не изменилась, а добавилась текстура нового стекла. То есть это у нас стандартное стекло, которое мы все с вами знаем и которое нам всем с вами портит нервы. И добавилось обычное стекло бесшовное. Что же у нас добавилось еще? Добавилась анимация на двигателе. Когда мы регулируем мощность двигателя, у нас ползуночек автоматически вот здесь он двигается. То есть здесь сейчас вверху, если мы его передвинем вниз, он у нас передвинулся вверх. То же самое на электрическом двигателе. У нас добавилась очень важная деталь, это регулировка пружин. То есть теперь мы можем их делать мягкими, либо жесткими. Для чего это нужно? Предположим, вот у нас стенд специально для тестирования пружин. У нас полностью металлический автобус, нагруженный под завязку. И у нас стоит всего лишь одна пружина на одно колесо. Теперь мы можем ее отрегулировать по мягкости. Вот мы ее сделали мягкой, она у нас просела. И сделать ее очень жесткой, и у нас ее хватает, чтобы держать такой мощный автобус. Что ж, очень хорошее нововведение в эту игру. Что же добавились еще? Почему у нас здесь стоит лампочка? Теперь ванильные лампочки в Scrap Mechanic можно включать. Но это еще не все. У нас добавились новые лампочки, вот такие вот. И они также у нас включаются. И смотрите, у нас проецируется свет на пол, то есть я думаю, что в скором времени в Scrap Mechanic добавят время суток. Выключаем свет, включаем свет. Что же у нас добавилось еще? Добавилась анимация радио, то есть при включении радио у нас нажимаются кнопочки, выдвигается антенна. Что ж, по-моему, очень хорошее нововведение в игре Scrap Mechanic. Что ж, ребята, теперь мы можем строить более сложные постройки в игре Scrap Mechanic. С вами был Висконти. Всем пока. Привет, мой преданный подписчик. Тебе понравилось новое видео на канале Висконти? Если да, не забудь поставить лайк. Если ты хочешь одним из первых узнавать, что на канале Висконти вышло новое видео, то жми на иконку колокольчика рядом с кнопкой подписаться. А, ты уже сделал это? Тогда ты просто красавчик.